Гришина, меня и Кочкука, но и граждане Украины, задержанные в той нашей страны, которые были припровождены вашими спецслужбами сюда, на территории вашей страны, и обитаются обвинить нас по фальсифицированному и политическому делу. Но тем не менее, я не испытываю никакой личной неприязни ни к суду, присутствующему здесь, ни к прокурору. И я спросил себя вежливо и корректно по отношению к вам, к вашей работе, получается. Поэтому я считаю, что должен дать некоторые пояснения по данным событиям, потому что здесь уже много звучало всякой неправды. Поэтому я считаю, что я должен что-то сказать. Единственное, что я не собираюсь в дальнейшем, как и до этого, участвовать в данном суде активно, то есть дать какие-то пояснения, показания, объяснения еще дальше. Вообще какие-то вопросы, даже вопросы адвоката. Я считаю себя активистом Майдана, но это не значит, что я преступник. Я был на Майдане, и я считаю, что это, наверное, главное событие, которое я сделал в своей жизни, главный поступок. Но это вообще не означает, что я какой-то радикал, там, сжигал Беркут или пил кровь чью-то. Мы выступали против своего президента-преступника. После того, как ваша страна начала оккупацию моей родины, Крыма, я вернулся туда и продолжил свою волонтерскую работу, в принципе, такую же, как я делал на Майдане, волонтерско-организаторскую. Я общался с очень многими активистами, с сотнями, с разными группами, на разных собраниях, разных абсолютно противоположных взглядов. Мы все думали, что делать дальше, потому что очень ситуация, как правильно сказали свидетели с той стороны, потерпевшие точнее, что ситуация была в Крыму в марте и апреле очень сложная, очень непонятная и трудная для всех. Но я никогда не призывал никого к насильственным действиям, тем более, которые могут привести к каким-то жертвам, пострадавшим среди мирных населения, тем более. Никогда не создавал никакой террористической организации, никаких террористических групп, тем более не имею никакого отношения к правому сектору.